Кризис туризму не помеха, ведь сэкономить можно, путешествуя по собственной стране. Телеканал «Россия-24» представил топ 12 самобытных городов России. И что примечательно, на первой строчке туристического хит-парада – Плёс. По мнению редакции составителя, этот городок в Ивановской области хорош как для летнего, так и для зимнего отдыха. В Плёсе можно познакомиться с православными святынями, ну и, конечно, насладиться волжским пейзажем. Живописные виды никого не оставят равнодушным, что, собственно, и случилось в свое время с известным художником Исааком Левитаном. Словом, жителям Ивановской губернии повезло, за впечатлениями далеко ехать не нужно. Кроме того, в топ вошли еще два города из соседних регионов. Это Суздаль и Ростов-Великий. Добраться до них из Иваново на личном авто можно всего за 2-3 часа.